направление на 10 специальностей в нашем университете. Сейчас этого нет. Они там у себя на месте. Мы им устанавливаем конкурс. Как минимум 4 человека на одно место. Поэтому они там проводят конкурс с нашим участием. Сдают 40 человек, 10 набравших наибольшие, наиболее высокие баллы, они приезжают сюда. Мы с ними заключаем договор. По этому договору он обязан вернуться туда, откуда его направили на учебу, потому что дорогое удовольствие учиться за счет университета. Мы ему предоставляем общежитие, качественное образование, и мы следим за тем, что в течение 5 лет для него там было готово рабочее место. Ну да, я это знаю. Вот я это помню, мы делали. Пришел сантехник Зурабов, возглавил Министерство здравоохранения, разрушил эту систему, всю фармакологическую промышленность и все прочее, да? Вот эти вот результаты. Но я одно знаю, что я никуда облюбовали.